Напряжение 2020 года сказывается на всех сферах жизни, и неопределенность, что будет дальше, нагнетает обстановку. Плановые открытия выставок – важный момент не только для культурной жизни города. Это глоток свежего воздуха для рязанцев, когда привычная свобода перемещений между городами даже в пределах одной страны ограничена. А само творчество художника Бориса Смотрова, яркое, самобытное, жизнеутверждающее, зарядит оптимизмом даже тех, кому современное искусство не близко. Цвет на его картинах энергетически наполнен, и каждое цветовое пятно, взаимодействуя с другим, очень активным и насыщенным, создает особую такую гармоничную палитру, которая звучит почти как музыка. Художник Борис Смотров по образованию график и свою карьеру начинал именно в этой стезе. Его агитационные плакаты в советское время были очень популярны, но в начале 2000-х художник пришел к живописи, и его творчество – это некое переосмысление авангардной живописи и наивного искусства. Борис Смотров – это художник, который прежде всего проникает в глубинную суть авангардного искусства. И это отличает его от остальных мастеров. В его образах не просто рассказ о конкретных людях, это не просто рассказ о русском народе, это рассказ о русских архетипах, о том, что всех нас объединяет, о том, кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. Главные герои произведений Бориса Смотрова – русские бабы и русские мужики. Иными словами, простой русский народ, живущий на земле и любящий землю. Художник воспевает труд, от его полотен веет праздником и гармонией, в которой герои находятся с природой. Это единство невольно ощущает и зритель. Да и сама экспозиция, созданная с учетом пожеланий автора, который в связи со своим преклонным возрастом не приехал на открытие в Рязани, объединена некими лейтмотивами. Например, птицы счастья весенние, пейзажи как аллегория новой жизни. Первый снег и зимние стога как символ заката, предвещающего скорое начало нового. Оформление работ тоже выдержано в одном стиле. Об этом позаботился известный коллекционер Александр Воронин, по чьей инициативе и состоялась выставка в Рязани. Мы надеемся, что наш союз с коллекционером не прервется. У него масса проектов очень интересных. Это всегда востребовано. И на самом деле вот сейчас современное наше положение дает какую-то такую очень хорошую возможность работать именно с коллекционерами. Выставка работ Бориса Смотрова продлится в Рязанском областном художественном музее до 7 февраля 2021 года. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».